На данный момент это проект, который на длинное время и не просто для этих выборов. И меня уже спрашивали, если я после выборов, даже если мы не пройдем в парламент, что я возьму свою сумочку и улечу в Лондон. Uh-huh. Я как бы не говорю о том, что это просто, так скажем так, ну, упражнение своих, да, для того, чтобы понять, подход или не подход. Я политику никогда не оставляла и всегда присматривалась даже на расстоянии, что творится в Молдове. Потому что я уехала из Молдовы, но моя душа, так сказать, осталась в Молдове рядом. Поэтому, несмотря где я находилась, в разных странах, в приговорах, все равно я как бы была неразлична по отношению, какая жизнь, ну, у людей в этой стране. И то, что мы уехали из страны, это, в принципе, из-за того, что на протяжении 30 лет политический класс, ну, просто вынуждал нас принять такое решение, к сожалению. Я считаю, что так как у нас в команде есть люди, которые, ну, в диаспоре, мы можем вернуть наших своих людей же в страну для того, чтобы поднять страну с колен. Я думаю, что такая, то, о чем вы говорите, очень близко многим людям, которые были вынуждены отсюда уехать, но, не, думаю, не по своему желанию, а именно действительно были вынуждены уехать, которые работают за границей, но не теряют связь с Молдовой, и у которых в сердце действительно Молдова. Я думаю, что для них вот этот ваша ситуация, она близка, и ваше понимание того, что происходит, оно тоже очень близко.